Привет, друзья! Я, собственно, в Москве, в Домодедово. Зачем? Узнаете позже, но самое интересное еще только впереди. Поэтому сейчас жду такси и выбираюсь из аэропорта. Здорово. Привет, дорогой. Фига у тебя вещей на 2 дня или сколько, на 3 дня. Да, буду переодеваться все время. Блогер. Приехал к Мише в гости, давным-давно обещал ему, что заеду, и все, что-то откладывал, все повода не находил. А тут резко, раз, и все нашлось. Вот, поэтому дня на 3 приехал к нему в гости. Пообщаемся, наконец-то, нормально, не наспех. И все обсудим. Ну что, ребят, сегодня прекрасный московский день. Вчера вечером мы встретились с Мишей, с Вероникой, посидели, попили чаю, обо всем поболтали. Много новостей. Собственно, все, что вот сейчас происходило до сегодняшнего дня, за последние 2 месяца Миша не знал. Нам было о чем поговорить. Сегодня с утра он на работу, Вероника на работу. Я работаю здесь, от Миши. Сейчас я, в принципе, завершил основные дела на сегодня и поеду гулять по Москве. Кстати, смотрите, что я у Миши нашел. Этой фотографии 4 года. И Миша даже перевез ее с собой из Екатеринбурга в Москву. Приятно. Ну все, пойдемте гулять. Мне тем более Даша прислала обувь зимнюю, потому что я уезжал только в кроссовках. Поэтому здесь через 2 дома находится пункт выдачи, заберу, переодену, и после уже можно идти гулять. Капец, я отвык от зимы, короче. Тут так же, как в Гудауре, примерно минус 8. Но я хотя бы уже тут одетый, там перчатки, шапка. Ой, зима. Вот впервые в этом году, ну, в смысле, в этом сезоне, вот вижу я сейчас, уже в декабре. Вот, ну, отвык, да. Вот. Но не скажу, что неприятно. То есть, когда такая сухая зима, да еще и в Москве чисто, так нормально. Ну все, жена ботинки прислала. Теперь уж как-нибудь перезимуем чуть-чуть. Погуляв на Патриках, я решил разведать советскую чебуречную. Ну, короче, оказался чебурек довольно классным. Место это советовал Ивлев. Чебурек сочный, прямо с него текло все. Стоил он 130 рублей за 130 грамм. Ну, маленький. Таких сразу надо парочку брать, ну, на будущее. А так, в принципе, попробовать вообще оно. Вот. Ну и все, отправился гулять в центр Москвы. Красивая новогодняя атмосфера уже здесь. Город очень чистый, очень нарядный. Прям, ну, приятно гулять. В общем, нагулялся я по Москве, и сегодня вечером диджей Майк, какой-то опасный Майк, покажет мастер-класс безопасным, покажет мастер-класс по диджеингу. У Миши тут все оборудование, усилок, колонки, кальян, все как у настоящего диджея. Все, дым-машина работает, диджей за стойкой, погнали! Thank you.
приветствую вас, дамы и господа. Значит, вчера у нас был такой диджей-сет. Отлично провели время. Тархунова вечеринка, я ее так назвал. Вот, а сегодня время 3:30. Я работал с самого утра. И теперь решил через нежелание выбраться куда-нибудь прогуляться. На улице погода в стиле «Иронии судьбы». Правда ведь? А так? На самом деле идет снежок, ветер, но это не помешает хорошо провести время. В данный момент иду в какое-то заведение «Кореянчик», потому что хочу попробовать, что такое рамен. Какая-то азиатская еда. Буду познавать. Сейчас только что созванивался с Батуми, с Антохой. У них все хорошо. И особенно погода. Там плюс 18, то есть можно почти что ходить в футболках. Чего не скажешь про текущую ситуацию в Москве. Вот, но зато здесь чувствуется Новый год, вернее его приближение. Очень как-то вот по-зимнему, по-настоящему, по-нашему. Вот. Хотя хочется в тепло, если честно, больше. Ну, в общем, я попробовал все это. Не знаю, какое оно должно быть, но я не в восторге. Это прям не шедевр. Хотя стоит прям уверенно. Ну, типа, вот этот соленый огурец стоил 100 рублей. Это вообще фантастика. Ну, зато я попробовал рамен в раменках. Опять же, это символично. Я никогда не был в Сити, очень хотел посмотреть на город с высоты и вспомнил, пока ехал, что здесь находится офис рекламного агентства «Восход», в котором работает мой друг Дима, а здесь работает его друг и коллега Миша. Я списался с Мишей, и Миша пригласил меня на кофе, поэтому я сейчас в башне «Федерация», иду пить кофе с Мишей. Но меня уже впечатляют масштабы небоскребов. Конечно, это гигантские сооружения, и тут их много. Привет! Привет. Хорошо. Ты не прав, Епсон? Да, пожалуйста. Настала эта печальная пора прощаться. Да нет, ну все, я собрался, машину забронировал, поеду на каршеринге. Эти стоят у меня, провожают. Голубки. Голуби. Голуби кружат над нашей собой. Вот, ребята меня прям хорошо не то что встретили, а провели время со мной. Мы выпили десятки кружек чая, прослушали тонну треков, да и просто хорошо поболтали. Я считаю, я не зря сюда приехал. Москва была хорошая, а ребята еще лучше. Поэтому время было проведено не зря. Про чай звучит как-то завуалированно, да? Десяток чая. Ну, вы понимаете, о чем я. Так и было. Ну, а мне пора. Чемодан собран, рюкзак, машина греется. Путь. Ну, короче, доехал я на каршеринге, потому что он был, как я посчитал, мне вышел бы в 700 рублей, а такси в 1200. Но, собственно, видимо, на таких, как я, все и держится. Я свернул на платную дорогу, как мне показал навигатор, и заплатил ту самую разницу в 500 рублей
Ну, вернее, заплатил 480. Ну и плюс пока парковался, все дела. Там то на то и вышло. Короче, ехал бы на такси на самом деле. Ну все, я в терминале. Сейчас буду смотреть, где мой вылет. И пора домой. Ну, в общем-то, я когда покупал билеты, я выбрал не стандартный тариф Победы, а самый-самый дешевый, но к нему зато вместо выбора кресел докупил багаж до 20 килограмм. И когда я сейчас поставил чемодан на весы, было 21,5. Но при этом женщина на регистрации говорит: нормально, идите. Мне сейчас надо дойти до другого терминала, ну, они близко находятся, но, тем не менее, багаж и регистрация в С, вылетаю из Б. Вот, поэтому иду. Все вовремя, все успеваю, ну, конечно, я лошара с этим, с платной дорогой и с каршерингом. Ой, не умеешь, не берись, называется, да? Ну, это, в общем, совершенно недавно построенный новый терминал в Шереметьево. Я хотел, конечно, сюда прокатиться на поезде подземном, который ходит из терминалов С, Е, Ф. Вот. Но я уже приехал напрямую. Кстати, я был удивлен, что здесь есть курительная комната. Я сам не курю, но я считаю, почему надо ущемлять людей, которые это любят. Сделайте им отдельное помещение, и все будет хорошо. Вот, ну вообще терминал, конечно, большой, красивый, много кафешек, ищу свой выход на посадку. Ну все, долетел я до Екатеринбурга, на родину прилетел. Правда, сказать, что прилетел домой, уже не могу, потому что дома здесь уже нет. Но с другой стороны, дом — это там, где семья. Моя семья пока здесь, поэтому, ну, видимо, здесь мой дом. Вот все рассуждение. Сейчас заберу багаж, поеду к жене. Не видел ее 2,5 месяца. Капец, соскучился. Я прям очень хочу ее увидеть. Сейчас вызвал такси, девушка, водитель звонит, говорит: я во втором ряду, там, где черная вывеска, английские буквы написаны. Я спрашиваю: какие буквы? Она говорит: ну, английский. Я говорю: ну, а что написано? Она говорит: я с английским не в ладу, не понимаю. Ну, сейчас найду ее. А в Екатеринбурге-то тем временем минус 18, а в Батуми плюс 18. Вот надо же, а? В общем, Москва была хорошим промежуточным звеном, чтобы так более-менее акклиматизироваться. Я уже в лифте поднимаюсь в квартиру, где сейчас живет Даша. И 2,5 месяца не видел, увижу наконец-то малышку. Крутяк. Привет, ребятки! В общем, вчера, ну как вчера, сегодня с утра прилетел, с Дашей поболтал немножко и лег спать, потому что я в самолете не спал вообще. Потом, значит, проснулся около 2 часов дня, выспался и сел работать. Вот квартиру посмотрел, ну, значит, такая миленькая маленькая квартирка. Вот здесь спальня, вот так вот. И шкаф. Вот. Ну, соответственно, кухня. Тут я вам гостинцы привез. Маме вино, папе коньяк и чурчхеллу. Вот, там ванна. Ну, в общем, что? Даша меня, конечно же, сдала нашим друзьям. И сегодня вечером мы уже идем в гости смотреть футбол, чемпионат мира, общаться, потому что действительно я очень соскучился по друзьям, они, видимо, по мне. Я, конечно, и по жене тоже очень соскучился. Вот, но мы не торопимся, здесь у нас еще есть дела, времени хватит на всех, думаю, что со всеми повидаемся. В общем, вот, я жду Дашу, у нее сегодня там какие-то
девичьи мероприятия, там, ну, красоту наводит. Вот. А я в это время пойду, наверное, футбол посмотрю с ребятами. Вот, и потом Даша подтянется. В общем, вот, на улице очень холодно, по крайней мере, так выглядит. И очень рано темнеет. То есть я проснулся там около 2, в 4, мне кажется, уже начало темнеть. Это прям очень сильно нагружает, конечно, когда света белого не видишь. Ну, что делать? Я уже поработал и сел монтировать видео для вас на канал. Поэтому, ребят, у меня большие путешествия, конечно. Поддержите лайком. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что это сейчас будет регулярная история. Это не то, что даже сюжет про какую-то страну, это больше, наверное, как лайф-влог, но с интересным и кому-то даже полезным контентом. И напоминаю, что я все еще коплю на очень крутую камеру Insta 360 One X3. Это новая экшн-камера, которая даст невероятные возможности для этого канала. Тут будет картинка прямо бомба! Поэтому, ребят, если хотите поддержать и в дальнейшем увидеть свою поддержку сами же в виде хорошей картинки, эффектных просто кадров, то карточки и реквизиты внизу под видео в рублях, в долларах, в евро, в тенге казахские, в грузинских лари. В общем, вариантов масса. Поэтому, если вам нравится канал и контент, я буду рад вашей поддержке. Все, погнали дальше. Родителям сюрприз очень понравился. Они, конечно, были вообще в шоке. Забыл бахилы снять, извините. Просто после родителей мы зашли мозоль мою убрать. Прикиньте, натоптал мозоли, пока тут путешествовали по странам. Да такую, что ходить аж больно было. Ну вот, профессионально все убрал, там 1000 рублей, и все, бегать можно заново. Вот. Короче, родители в восторге. Они прям глазам своим не поверили. Папа заулыбался наконец-то. А то что-то мама говорила, он грустит, грустит все.
Вот, в общем, наконец-то родители счастливы. Ну вот, а мы сейчас посидели у них, сделали дела, убрали мою мозоль и едем в гости к друзьям. А, так как сейчас время есть, надо всех повидать, да это приятные заботы. Поэтому сейчас зайдем в магазин, что-нибудь купим к чаю и к друзьям. Ну что, мы сходили к друзьям, посидели, конечно, это было максимально душевно, но немножко грустно. Они не все знали про мои планы и про мои достижения, но, в общем, пришло время рассказать. Ну вот, в общем, это было довольно так душещипательно. Хорошо пообщались, вот, очень рад был их видеть. Ну а сегодня у меня хорошие новости, у меня в жизни наконец-то появилась какая-никакая определенность на ближайшее время. Я купил билеты назад в Батуми. Вернее, 5 января я лечу в Ереван, ночую там, гуляю, и потом на ночном поезде еду в Тбилиси, оттуда сразу в Батуми. Я рад невозможно, я уже очень хочу назад, в Батуми. Мне здесь в Екатеринбурге очень нравится, потому что здесь много моих друзей, родных, близких, но... Тяжело с погодой, потому что на улице холодно, выходить никуда не хочется, весь день сижу дома. Прям вот, знаете, затек. Если в Батуми я постоянно гулял, ну как, вечером, допустим, я мог пройти довольно много километров по набережной, прогуляться по городу, если иду в магазин, то туда пешком, обратно на такси, то здесь я не хожу вообще. И это, конечно, ну тяжело так именно для формы стало. Ну, чувствую себя не в тонусе, так скажем. Хочется передвигаться, но как-то погода этому не способствует. И плюс еще темнеет очень рано, такое ощущение, что вот ты только настроился на работу, только вот что-то поработал-то несколько часов, уже опять темно. В общем, это как-то выстегивает очень сильно, адаптируюсь потихоньку, но привыкать не буду, скоро лечу назад. За эти дни мне нужно... заняться своим здоровьем. Я пойду на отбеливание зубов, на чистку. У меня впереди еще некоторые мероприятия по здоровью. Надо повидаться с друзьями. Мы наметили, кстати, с ними в конце недели, в пятницу, поход по барам. Ну и с родителями буду почаще видеться. Вот. В общем, планы есть. Это... работа, вот, собственно, сижу, работаю, и иногда это приятные встречи с близкими. Короче, я пока в Екатеринбурге успеваю не только заниматься своим здоровьем, но и получаю культурный заряд. Вчера ходил в театр, театр Тургенев. Ну, такое интересное, в принципе, было произведение. Но не самое лучшее, что я видел. Вот. В целом, мне, конечно, понравилось. Потому что это, знаете, это как сменить немножко вообще формат отдыха и получить для себя какие-то новые эмоции. Ну, не то, что новые, просто давно не был в театре. Вот. Ну, плюс компании хорошие ходили. А сегодня, сейчас иду в стоматологию на... чистку зубов. Ну, такая-то традиционная история, чтобы проверить зубы, привести в порядок, почистить. Где-то, может быть, что-то долатать. В общем, такое ТО, техобслуживание для организма. Вот. Сейчас поеду, все сделаю. Ну, а дальше посмотрим, потому что, конечно, очень много предложений, очень много вариантов провести время, но и работы очень много, поэтому не знаю, на чем остановлюсь. 1000 лет не ездил на троллейбусах, прикольное впечатление, это своего рода маленькое приключение. Там ребята, водители, кондуктор, ну, так вот там медленно все делали, такое ощущение, что они либо хотели кого-то дождаться, ну, чтобы побольше народу село, либо что, но я уже знаю ведь, как... подобрать ключик к таким людям. Ну, я подошел, говорю, эй, по-братски, пожалуйста, а? Давай, поднажми это, газку дай. Вот. Потом еще спросил, какой там троллейбус впереди идет, чтобы пересадку сделать. Он его еще и обогнал, подрезал, чтобы
я, так сказать, впрыгнул в этот вагон. Вот, ну, в общем, прикольно. Иногда прям прикольно. И еще я заметил, что у меня прям потерялось чувство всякого стеснения разговаривать на камеру при людях. Ну, то есть, просто идешь, достаешь камеру и разговариваешь. Люди иногда посматривают, конечно. А вообще, по большей части, всем на тебя пофиг, как и всем на всех. Поэтому не стоит переживать за чужое какое-то мнение. Делай, что должен, и будь, что будет. Ну все, собственно, почистили ультразвуком, какую-то пасту наложили или что-то такое. Да и все, 15 минут времени, сказали, что в целом зубы хорошие, все отлично, свободен. Кстати, прикиньте, я раза два засыпал в кресле у стоматолога, прям с открытым ртом, прямо во время приема, ну то есть лечения. Настолько я себя чувствовал безопасно и комфортно, что это не помешало мне прям уснуть и захрапеть. Сегодня, конечно, было все не так, как-то все было, ну так, быстро, резко, немножко, не знаю, не то что небрежно, но как-то резко. Были дискомфортные моменты, но в целом все хорошо, и самое главное, быстро отделался, и все отлично. Теперь где-нибудь через год снова пойду проверять. Сегодня, наконец-то я дождался этот день, сегодня мы с друзьями наконец-то встретились, потому что мало того, что я не ходил по барам очень давно, так я еще и вкусного пива не пил еще дольше. Ну и вот, наконец-то, в мексиканской такерии Taco Mago с моими друзьями. Андрей, слово. Это у нас открытие вечера. Короче, как всегда, это, я чувствую, закончится очень горячо, потому что одним баром это никогда не обходилось. Ну, я думаю, что сейчас прям будет целый поход по заведениям. Спасибо большое. Вы оставьте, я там еще что-нибудь насобираю. Там еще на порцию. Вот, в общем, место классное, компания вообще вся вот такая вот просто. Холодненькое, такое вот холодненькое, пузырики такие вот на языке прям чуть-чуть щиплют так вот в конце, оно прям обволакивает, такое и прям играет на языке, и прям делаешь большой глубокий глоток, и так вкусно, прям вкусно-вкусно, прям, ну, вот так вот, я давно не пил пива, и вообще хорошо. Ой, граждане, это кошмар какой-то. Короче, мы сидр делали в августе. Естественно, что я уехал, и он остался. Попросил Ваню разлить часть на пробу. Чуть-чуть. Ваня разлил. Я теперь не знаю, как это таскать и куда это девать. Спасибо, Ваня. Ты золотой человек. Екатеринбург, конечно, очень красивый город, но летом. А сегодня, между прочим, особенный день. Я сделал там все свои дела и приехал к родителям. Теперь уже без сюрпризов. Хватит мучить людей своими сюрпризами. Но сегодня мы встречаемся с Верой. Это моя тетушка любимая, из Москвы прилетела на Новый год. Ну, собственно, она не сюрпризом. Ну и мы ее очень ждали, потому что... Да, вот. Готовимся встречать Новый год вместе, а сегодня просто у нас такой первый вечер. Обсуждаем, как у кого дела, кто где был, кто что видел, чтоб сам показывал. Поэтому с прибытием. Что это? Ты серьезный это, господи. Мы рады. Счастливая встреча. Вот. Да, вот такой теплый семейный вечер. Ура! За встречу! Сегодня у нас выходной, и я пошел, значит, обновиться. Надо постричься. Еле записался. Я стригусь у Дашиной подруги, у Илоны.
Что-то у него запись бешеная какая-то была. В общем, вот салон. Мы пришли. Ну ладно, сейчас бахилы наденем, покажу все. Ребята, знакомьтесь, это Илона. Илона, я ей предложил сделать ник в Инстаграме, когда она думала свой рабочий ник какой сделать. Я говорю, надо сделать волос Илона. Было бы чётенько. Короче, сейчас Илона приведет меня в порядок. А Дашка-то со мной, видимо, не просто так поехала. Она села первая в кресло, и вместо того, чтобы меня сейчас сделали, он ей занимается. Ну, надеюсь, хватит на меня и времени, и сил, чтобы привести меня в порядок к Новому году. Короче, у Илоны волшебные руки. Она когда моет голову, мне прям мурлыкать хочется. Это, знаете, как вот эта штука такая на волос, на голову так вот. Ой, вообще классно. Только ради этого можно ходить. Ну и бонусом еще стрижка будет. Короче, сейчас его все сделаю. Ну и что? В общем, Илона сделала из меня опять красавчика. Вот. Вот так вот постригла. Короче, все, готов я к Новому году и к своей дальнейшей поездке. Тем более билеты, так сказать, куплены, горячие, ждут меня. Осталось меньше 2 недель. Жду не дождусь. Ну и в общем, так сказать, с новой стрижкой мы поехали в Гринвич, там большой торговый центр Екатеринбурга, поесть в фуд-маркете. Очень много заведений, очень много людей. Что-нибудь выберем сейчас по душе. Ну, в общем, из этого разнообразия я выбрал вот такой восточный суп, рамен. Сейчас попробую, что это. Вообще, конечно, здесь все кухни мира, такое ощущение. И все как-то очень красиво, вкусно и очень эстетично. Поэтому пойду, может быть, даже еще что-нибудь возьму. Хочется очень много попробовать. Вот такую красотищу принесли. Я, правда, отсюда уже поел немножко. Ну, забываю ее, что надо сперва заснять, а потом уже есть. Ну, в общем, супец, на самом деле, годный. Прям бульон хороший, мяско какое-то и маринованное яйцо. Яйцо маринованное. Нормально, пойдет. Ну и, короче, я решил, что, наверное, супа будет маловато, и взял себе еще вот такую вкуснятину. Это традиционное английское блюдо. Fish and chips. Лимончик берем, сбрызгиваем рыбку лимоном. А соус я взял дымную, или как копченая сметана. Сейчас попробую. Два раз. Блин, сметана вообще бомба. Вкусно, сочно, хорошо. Ну, я так же делаю, короче. Как я делал. Нормально. В общем, удачно зашли. Итак, ребят, вкратце расскажу, что происходит. Ну, значит, я заболел. Простыл, не знаю где, может, потому что езжу в транспорте много за последнее время, может, там что-то подхватил. Ну, в общем, стандартная история: температура, кашель, насморк. А езжу много в транспорте, потому что жестко прыгнула стоимость такси в Екатеринбурге раза в полтора. И учитывая, что дел у меня сейчас довольно много, тут надо успеть сделать, а машину я уже продал. Короче говоря, такая накладная история получалась. Решил в транспорте покататься. И вот тебе привет. На улице холодно. Вообще открывать рот холодно. Где-то минус 16, наверное. Значит, живу вот в этом доме. А раньше жил вот в том доме. Вот. То есть на своем райончике, можно сказать, но в другом доме. Вот, близится Новый год. В принципе, я уже тут со всеми повидался перед Новым годом.
почти со всеми. Вот, оставшихся увижу в праздники. Вот, Новый год будем отмечать у родителей. У родителей, потому что там и Вера приехала, да и вообще, все потому что? Потому что, в общем, у родителей. Новогоднюю ночь встретим там, а дальше не знаю. Что-то как-то никто не зовет в гости. Возможно, там и останемся. Вот, перед Новым годом хотел кучу дел всяких успеть сделать, но, в принципе, многое успел. Решил вторую банковскую карту открыть на всякий случай. У меня сбербанковская только MasterCard была. Решил сделать мир, чтобы хоть как-то ей пользоваться физически. Надо съездить забрать теперь пластик. В принципе, виртуальная уже работает. С ногой я так и не разобрался. У меня оказалась не мозоль, а какая-то там бородавка. Мне средневековыми вот этими методами пытались ее убрать. Но это когда дядька надевает рукавицы такие, достает ведро, точнее, это термос с жидким азотом, открывает, там идет пар, он берет какую-то такую арматурину, туда засовывает и к ноге вот так прижигает. Ну, в общем, как, знаете, как коровам клеймо вот так ставили, то есть в огонь и вот прижигали. Вот примерно та же история. Ну, средневековая пытка, никак иначе. Вот, в общем, я это стерпел. Но дядькины прогнозы как-то не идут пока. Должно было быть немножко по-другому. Сегодня приехал, а сегодня, между прочим, только 29 декабря. Приехал в больницу узнать, что там, как дела у меня, чтобы он посмотрел. А мне охранник сказал, что врачи все уже отдыхают. Они друг друга поздравили и все, ушли до 3 числа. Сегодня 29-е. Это даже не 30-е. То есть, ну, какое-то странное отношение. Мне кажется, куда ни сдвинь праздники, люди все равно будут уходить раньше. Вот. И ладно бы они там, знаешь, металл продавали или там что-то такое вот делали. Ну, блин, у людей может быть всякое. Мне кажется, тут надо вообще до последнего сидеть. Ну, это мои ощущения. В общем, проблема не решена. Посмотрим, как будет развиваться. Видимо, буду доделывать это все уже в Грузии. Одно дело все-таки не получилось решить. Ну все, что, готовимся к празднику. Праздничной атмосферы вот я не особо чувствую. Надеюсь, это ощущение придет попозже. Салют. 31 декабря. Проснулись. Пошел в ванну, так сказать, утренний марафет навести, перышки почистить. Выхожу, а тут тропиночка такая из каких-то предметов. Ну, судя по тому, что это сандиск, это карта памяти. Тут что-то еще, там что-то еще. И все ведет туда, вот в комнату. Похоже, Дед Мороз-то что-то поторопился. Еще только 31 декабря. Утро. Ну, хотя, может, он на подходах к городу, как раз где мы живем тут. С окраин начинаешь. А что там у нас? Там жена болеет. Да, нас тут сложила прям. Я уже все, а она только-только вот-вот. Вот уже. Ну, что, сейчас узнаю, что там такое. Даш, что такое? Смотри. А что так рано? Так это... Жена болеет. Так. Ну все, давайте смотрим. И елочки нету, да. Так может все-таки это у родителей? Нет. Тебе же надо чем-то заниматься, пока я вижу. Ребята, давайте смотреть. Это что такое? Это... Опа. Так, это чехол. Я уже по форм-фактору догадываюсь, для чего это. Это монопод, да ладно, это оно и есть, что ли? Крутяк. Ребята, то, что я тут копил, собирал, все такое, просто один самый замечательный человек услышал это желание и на сразу, на, крутяк. Вообще, а это что такое? Линзы. Обалдеть.
Еще чехол такой и такой. Ай, клево. Душуля. Я за ними, знаешь, как гонялась? Как? Капец, целый месяц. Да ты чё? Меня только в 12 ночи вчера привезли. Ого. Поэтому я бы не запаковала. Ну, ничего страшного. Клёво. Ну чё, надо разбираться. А, уже, вот уже праздник, уже клёво. Вот ещё бы жена не болела, вообще бы праздник был. Вот оно. Нифига себе она какая большая. Я реально представлял, вот, ну, вот такое вот какое-то, вот такое вот. Она такая большущая и тяжелая. Обалдеть. Это что значит, что видео на канале будет еще интереснее, еще красивее, еще лучше. Короче, все, я пошел осваивать. Уже с самого утра сюрприза, вообще приятно. Крутяк. С наступающим. Ну, в общем, Даша там лежит, болеет. Я решил пока сходить что-нибудь на завтрак купить. Конечно, оделся как капуста, очень холодно на улице. Вот. Ну, пойду что-нибудь вкусненького возьму там. Капец, как красиво, господа. Короче, на улице реально кайф. Прям новогодняя хорошая погодка. Морозец, снежок, все деревья укутанные в снег. В общем, есть ли там какая-то магия? Ну что, значит, Даша собрала силы в кулак, оделась, и мы поехали к родителям встречать Новый год. Собственно, наверное, ради этого момента я и задержался в Екатеринбурге так надолго, потому что, ну, раз уж я здесь в декабре, ну, грех не встретить Новый год с родителями. Вот поэтому мы у них уже сразу схода прямо перекусили бутербродиком с икрой и чуть-чуть игристого вина. И, собственно, скоро будем уже садиться за стол, провожать старый год. Дашка, он у меня мучается, тут что-то лежит. Ты как себя чувствуешь? Что, я плохо понимаю. Так? Мы с папой там фильмы смотрим, мама с Верой что-то готовят. Пятьдесят шесть минут, а мы уже готовы. Мы уже вспомнили прошедший год, уходящий. Вот. Вспомнили всякие события из него. И готовимся встречать новый. Вот. Ладно, на самом деле не так. Без такого уж прям оптимизма. Просто готовимся встречать новый. Ну куда же деваться-то? Надо же встречать Новый год. Мы ждем его с оптимизмом, с надеждой и верой в то, что все наши желания исполнятся, а планы осуществятся. У каждого свои надежды и свой оптимизм. Да. Задумывается же. Поднимаю тост за мою любимую семью, за моего любимого мужа, сына, невестку, сестру и всех моих родственников, чтобы мы были здоровыми в следующем году и на следующие годы вперед, были дружны и объединены общей любовью и планами, встречами и теплотой сердца. Ура! Так, ну тут ничего. Ну что, телефон? Пошла. Офигеть!
Пипец. Новый телефон? Да. Какой? Это что там такое? Уже целый планшет. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Это уже целый планшет, да. Прекрасно. Тоже телефон? Да нет. Ну, это какая-то техника, судя по весу и по упаковке, по супер качественной упаковке. Ты порви. Скорей, скорей, скорей. Да ладно, да ладно, но. Да Шуля, ты прямо вообще себя перепрыгиваешь год за годом. Спасибо тебе, хорошая моя. Это очень клево. Это беспроводные микрофоны. Еще лучше, чем у меня есть, чтобы качество звука на видео было просто фантастиш. В общем, все, ждите новых выпусков, потому что вот у меня теперь есть все для того, чтобы картинка была красивой, а звук был просто прекрасный. 360 градусов обзор. Спасибо тебе. Любимая. Ну а сегодня у нас еще одно культурное мероприятие. Сегодня день рождения у Андрея Матвеева. Пришли поздравлять парня с юбилеем. Андрей нашел прикольное помещение, такой лофт. Вот, так что тут будем сегодня тусить, и будет, возможно, даже лазертаг. Ну что, как оно? А, нормально, нормально. Здесь можно и поиграть в баскетбол, мой любимый. И потусить там это, попить что-нибудь поесть. И повыступать на сцене. Вообще место, на самом деле, оно как будто бы для меня сделано. И баскетбол, и сцена. И покушать, конечно, вкусно люблю. Так что кайф. Все кайф. Ну давай! Заряжай. Да, ступай. Нет. Бля, бабочка, бля. Слава, здорово. Здорово. Как добрался? Нашел нормально? Засыпал слегка. Понятно. Ну все, опять очередной день рождения интересный будет в новом формате, да? Ага. Малиновая. Ты откуда такая красивая? Из колядок. Колядки. Что, тебе конфеты давали? Я была Снегурочка. А конфеты кому дают? Никому. У нас в театре не дают конфет. Дают игрушки. Понятно. Короче, я соскучился по роллам за время, проведенное в Грузии, потому что там просто нету роллов. А если есть, то они очень дорогие. По-моему, я это уже говорил когда-то в предыдущем выпуске. Но, в общем, факт есть факт. Теперь хочется прям впрок наесться роллов. С днем рождения! Меня! Я как будто ненавязчиво. Господа, ну что, значит, в России в Новый год очень классно. И несмотря на то, что хочется жить от лета до лета, но есть две недели в году, когда действительно здесь хорошо. А особенно в такую погоду. И, к счастью, эта погода выпала именно на Урал. Выпала, в смысле, в виде снега с неба.
В общем, красиво, здорово, душевно. Прямо, знаете, как один дома какой-то. Вот так и хочется идти и вот воткнуть наушники в уши и включать во что-нибудь типа Magic Moments. Ну вот что-то вот такое. Или там треки из «Один дома». Душа. Душа.